В Московской области завершился 21-й смотр-конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». Два специалиста управляющей компании ЛГЖТ, которые представляли городской округ Люберцы, заняли призовые места. Наша съемочная группа познакомилась с победителем в номинации «Маляр-штукатур» Ольгой Шкуренковой. Красивые ухоженные подъезды в районе Высшая школа – дело ее рук. Сегодня место работы Ольги Шкуренковой – дом 380Д на Октябрьском проспекте. Легкими движениями руки маляр-штукатур придает новый облик лестничной площадке. Над тем, чтобы людям было приятно заходить в чистые отремонтированные подъезды, она трудится уже 25 лет. 9 из них в компании ЛГЖТ. Мне очень моя профессия нравится. У нас очень хорошие коллеги. Мне кажется, я тут, наверное, всю жизнь проработала с ними. Все добрые, отзывчивые. Самое приятное для Ольги Шкуренковой – видеть результат совместной с коллегами работы и получать благодарность от жителей за аккуратность и бережное отношение к их дому. Нормально работают, да, как нормальные рабочие. Трудятся, выполняют свою работу. Стены штукатурят, покраска идет. Я доволен. Ольга Николаевна давно работает на нашем предприятии. В принципе, мы давно знакомы. Очень добросовестный работник, очень ответственная. К работе относится просто добросовестнейшим образом. Работу выполняет качественно, быстро. То есть сроки укладываются всегда, жители довольны, ну и, конечно, мы довольны ее работой. Именно поэтому Ольге Шкуренковой доверили представлять Люберцы на ежегодном областном проекте «Лучший по профессии». До того, как попасть на региональный этап конкурса, она прошла отбор внутри своего предприятия. Ежегодно у себя на предприятии внутри мы на конкурсной основе отбираем лучших из лучших. И вот те, кто побеждают в нашем конкурсе нашего уровня, вот именно эти кандидатуры мы уже предоставляем городу. Надежду руководства Ольга оправдала. Взяла первое место в своей номинации. Опередила около 30 соперников со всей Московской области. Сейчас в честь победы праздничное чаепитие с коллегами. А после перерыва снова за валики кисточки. Доказывать свое мастерство на деле. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.